Всем привет! С вами Саша Технолог. И сегодня мы будем распаковывать и обозревать что там? Defender 3, Blast, геймпад какой-то. Короче, для того, чтобы я мог поиграть в такие замечательные игры, как горячая линия Барнаула, а еще в бездретовый геймпад, то мне была нужна вот такая вот штука. Так, проводное соединение с Ч, П и К. И Лейс 3, с Лейсом паприкой, я буду надеяться. Ну что ж, давайте почитаем на моем родном языке. Бездротовый геймпад, особенности, 2 аналоговых джойстики, 4 осы, позиционная, 12 кнопок, технические характеристики, колорил черный, тип подключения дротовый, сделано в Китае. Вот так вот. Почитали на высшеаустрийском мага языке. И давайте обозрим его. Что ж. Вот такой вот он. Вот давайте переверну еще. Оп, а теперь обратно. Так, ну давайте посчитаем, сколько у него кнопок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ничего себе, какие здоровые кнопки. 7, 8, 9. Это что? Что-то 1, 2, 3, 4. Из логотип какой-то Dota, что ли. Тут вообще ничего не поймешь. Ну, короче, вот. Только одна проблема, я что-то... Что вообще за фигня? Упаковка какая-то, честно говоря, странная, потому что как открыть-то ее? Она тут со всех сторон закрыта. Ну что ж, мне кажется, придется играть так. Это типа что-то типа, ну знаете это... чехла или что-то в этом роде. Ну, придется как-то так играть, что ли. Я еще в Манхан 2 попробую свою любимую игру поиграть обязательно на нем. А еще тут говорили, тут он должен держать как-то вот так вот. Блин, сфокусируйся. Во, как-то... Ну, короче, такая штука есть, и она держать его должна. Ну, короче, не знаю. Ну, такой вот прикол у нас. Что такое АФ? Я нажал АФ. И что это значит АФ? Что такое АФ? Так. АФ. Блин, у меня что-то на записи АФ какой-то. АФ, ну ладно. АФ так АФ. Есть еще. Геймпад Фарафир. Что это за язык вообще? Португальский, что ли? Ро. Ро. Ром. Это ром. Романский язык. Все понятно. Ну, такая вот штука, в общем. Что ж, поставим ей отметку 10 из 10. Но, нет, все-таки 2 балла с ним, потому что как-то его все-таки держать будет неудобно, в том плане то, что, ну, вот этот вот чехол неснимаемый. Ну, что поделать. Ну, беспроводной, давайте попробуем потом как-нибудь поиграть на нем. Вот так вот.